Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И мы играем в НЕК. НЕК — это крутой реликтовый человечек, собранный из всяких деталей, из артефактов, которые дают большую энергию всяким приборам и механизмам. Но у меня что-то мало жизни, надо подлечиться. Я иду на испытания с роботами. Вот-вот-вот, полностью, отлично. Полностью залечился, меня отправили на испытания с роботами. Ну давай, подходи! Сейчас мы разворотим ваших роботов, которые самые крутые считаются. Там миллионер, предприниматель притащил своих роботов и поставил под сомнение тот факт, что я самый крутой и смогу со всеми справиться. Типа против гоблинов они меня не хотят отправлять. Нек также может использовать энергию янтаря, чтобы взрывать удаленные цели шквалом реликтов. Давай попробуем стрелять. Как это? А, все. Давай собираем янтарь. Да отвали, а! Да что ты делаешь-то, а? Так, надо треугольничком пострелять по ним. Стреляй! Быстрее, быстрее, быстрее. Еще надо. Надо янтаря набрать. Способна поражать сразу несколько целей. Вот, давай, что здесь в ящиках? Нолик, еще раз нолик. Подожди, а туда я зашел? Нет, это мне куда вообще идти? А, здесь сундук надо забрать. Здесь просто сундук. На один скрытый предмет вы также можете выбрать любой из предметов, которые нашли ваши друзья. Так, но пока друзей у меня нету, поэтому собираем редкость. Одна звездочка. Отлично. Это счетчик комбо. Нек может усиливать свои атаки, поражая врагов 8 раз подряд без получения урона. Нельзя использовать вместе с расширителем времени. Ладно, потом разберемся. Это написано в разработке пока что. Либо надо все собрать, потом что-то будет. В общем, лаборатория не дремлет. И доктора там наук технических все это делают, ребята. Иди сюда. Так, мы подожди, сразу несколько целей. Давай, стреляем. Готовы. Вот и все. Нормально, троих сразу поразил. Пробираемся дальше наверх. И посмотрим, кто здесь еще есть. Стена, ребят, попробуем разбить. Точно, видишь, как хорошо. Еще реликтов собрали. Надо такие моменты примечать, так сказать. Вот здесь. А, не-не-не, это не надо падать вниз. А если я упаду вниз, что будет? Все, наверное, да? Я просто упаду и разобьюсь. Ну, давай, еще роботы, подходите. Я сейчас вас стрельну. Бам! Восстановим суперсилу, собрав вот этот янтарь желтый и разбив коробки. Сейчас восстановим реликты свои, заберем. А, ну все, я восстановился, только янтаря еще не хватает. Погнали дальше. Ну, давайте еще кучу роботов. А, вот янтарь, подожди, я пробежал мимо. Ну, ладно, сейчас мы в них стрельнем, все окей. Быстро он с ними разбирается, надо янтаря, потому что янтарь очень хорошая штука. У меня пока больше на супер удар не хватает, надо еще янтаря. Ну, давай хотя бы на один ударчик. Нету, нету янтаря, ладно, идем дальше. Вот эти машины тоже работают от моих реликтов. Ладно, будем в рукопашку. А может в машинах есть? Нет, ничего нету, да, в машинах ничего нету. Хотел собрать реликтов. Ну ничего, пойдем, вон валяются. Но мне-то надо янтарь, я уже в принципе-то целый. Я еще, по-моему, больше стал, вообще здоровый. Наверное, можно сам вообще больше дома, наверное, стать. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну и что, типа я не смогу справиться, что ли, с ним? Да иди сюда, я быстро. Делов-то. А вот самый здоровый, смотри. Раз, два крутых каких-то робота. Ну давай.
Так, а я супер-то восстановил, нет? Нет, не восстановил. Они машинами пытаются кидать. А, увернуться надо. Тихо, 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 надо подойти. Пока, пусть, ладно, кинут все машины эти. Давай, кидай. Оп, а теперь я подхожу. Ну, чем больше шкаф, тем громче падает, ребятки. Получи. А я смогу так машину поднять? А как он так это сделал? Ну-ка, поднимай. Нек, давай, поднимай. Нет, ладно. Надо еще крупнее стать, наверное, чтобы поднимать. Пойдем. О, стена. Еще реликты. А, ну все, он крупнее пока не становится. Наверное, все, это, наверное, максимальный его размер. Да иди нафиг, а. Ничего себе. Подожди, я с тобой поговорю по-другому, понял? Жизни надо мне восстановить как-то. Иначе мне вот с этими тремя роботами-то не справиться. Маленького самого, потом... Ах ты, все. Развалили меня. Ну ладно, понял вас. Понял, что с вами шутки плохи, ребята. Уходи, уходи, уходи. Да, правильно, вот так, нормально. Тихо, тихо, не меня не бить. Я же тебе говорил, что надо со мной аккуратно. Вот, все, пока вроде нормально, жизнь есть. Надо с теми дальше побыстрее расправиться, аккуратненько. А, это можно было не собирать, но в принципе, ладно. Вот этот дерзкий слишком. Сейчас он лучом шарахнет. А вот теперь мой выход, братан. Вот здесь я уже хорошо с тобой расправился. Во, кстати, янтарь еще здесь с этой стороны. Давай собираем, может, на супер удар хватит. Не, не хватило. Ну да ладно. Давай мелкого сразу. Оп. А этому просто надо не дать ударить меня, и все. А теперь подходи. Оп, этот промажет, и все. Надо пользоваться этим моментом. Когда он промахивается, можно сразу подбегать его и бить. Куда? Так, ну у меня жизни целые. Че, не забирать? Ну ладно, пошли. Все равно нам надо туда идти. Давай-ка, давай-ка, еще один. Эй, ты... А, он два раза бьет. Все, понял. Зато он разлетается тоже быстро. Вот жизни. Поэтому и положили, что он такой крепкий парень. Сюда мне положили эти реликты. Так, здесь трое. А янтаря так и не хватило до сих пор. А, он сильно мне попал. Еще этот стреляет там. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так, да. Ну все, надо просто к тому подойти поближе аккуратненько. Да на, не успеешь ты ударить, я точно тебе говорю. Давай, нормально. О, залечка, давай быстрее аптечку берем. Все, пошли дальше. И янтарь надо собрать. Что-то янтарь так долго восстанавливается, надо... Еще можно подлечиться. Надо... О, я еще больше стал, прикинь. Линия, полоска выросла. Я вообще здоровый какой-то, гигант стал. Шипы даже появились сзади на спине. На спине, на руках, на голове, везде. Вот и янтарь восстановили. Давай еще реликтов соберем. Вырастет еще, нет? Ну вообще крепкий парень. Ну-ка для превьюшки сейчас что-нибудь придумаем. Какой-нибудь день встать. Поближе надо. Не, не видно здесь. Ладно, пойдем дальше. Во, вообще огромный. А, ты против Нека решил что ли идти? Ну-ка, сейчас я превращусь в какое-нибудь облачко и тебя сдует просто. Не-не-не, статую нельзя. Видишь, доктор, как за нее это трясется. Шарлотта. Шарлотта, его любимая статуя, походу, была. Простите. Да чё, простите? Не я там виноват, ребятки. На тебе сразу ударом, супер ударом. Ой, янтаря не хватило чуть-чуть. А, он меня ударил. Нельзя бить меня, сказал же я. Так, теперь вот пора супер удар. Включаю. Выстрел. Есть, всех сразу троих. Все, теперь надо восстанавливать янтарь обратно. Ух ты! Да! Вот так! Да. Ну чё? Виктор! И кто там у нас хлипкий? Похоже, доктор к нам присоединится. Но он нужен нам. А еще нам нужен Нек. Чудесная демонстрация, доктор. Да, Нек должен войти в состав экспедиции. То-то же.
А то говорили, не сможет, там, с гоблинами кто будет биться. Чтобы Шарлотта сказала о Неке, будь она здесь. Ну же, док, пойдемте. Куда-то собираемся, ребята. Наверное, на борьбу с гоблинами. Скорее, парень, у нас мало времени. Эй, док, спасибо за племянника. Он так вырос. Честно говоря, раньше с ним было проще. Теперь ему нужно всюду сунуть свой нос и поспорить. Иногда терпения не хватает. Похоже, он вас утомил. Может, стоит забрать его на пару дней? О, пожалуйста. Лукас! Мы снова вместе. Следы от гоблинских танков должны были сохраниться. Смотрите в оба. Давай, счастливо. А мы что, не летим, что ли? Я что-то не понял. А как я... Нонек? Как я помещусь? Приключения начинаются? Давно пора. А, вот и все, маленький Нек. Смотри, сколько реликтов мы потеряли, да? Ну ладно, соберем еще. Ну, милая, пожелай удачи. Вот так-то. На маленьком самолетике улетели. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, и в следующей серии мы уже узнаем о том, куда полетел Нек и что будет дальше. Всем спасибо, всем пока. Правый борт, я вижу танки. Это старая шахта. Она огромная.